Мило. Просто мило? Это фантастика. Всего лишь фантастика? Ты идеальна. Нет! Где Крис? Я здесь. Папа. Они пытались. Уже понял, что ты умер, да? Да. Тебе не хочется есть, пить, спать. Тебя ничего не волнует. Просто существуешь и все. А что нам делать? Да что хочешь. Делай, что хочешь! Мила, ты идеальна. От создателей звезда родилась. Ты слышишь голоса? Нет. Я тебе говорю, она меня слышит. Главное правило для нас то, что мы не можем общаться с живыми. Ты ошибаешься. Настоящая любовь. О, боже, я правда тебя чувствую. Эта связь не к добру. Кому-то придется заплатить за нее своей жизнью. Преодолеет любую границу. Мы должны остановиться. Ты не имеешь права это решать. Ты должна двигаться дальше, без меня. Вечность между нами. Скоро в кино. Я хочу отменить подписку. Как это можно сделать? С наилучшими пожеланиями, Э. Роднер. Ваш спам не блещет оригинальностью. Рекомендую вам проверить зрение, потому что мой адрес кончается на like.com, а вам нужен like.com. Пассивно-агрессивный идиот. Дорогая Эмма Ротнер, можно называть вас Эмми? Вы что, в друзья мне набиваетесь? Дорогой Лео, от твоих писем я таю, словно зефирка в микроволновке. Надеюсь, ты симпатичнее. Провел эксперимент, выглядит кошмарно. Ты все воспринимаешь так буквально. Кому ты все время пишешь? Да так, никому. Прости, что я так поздно. Ты замужем? Почему я должен стыдиться одной ночи с бывшей, когда ты всю жизнь проводишь с другим? Я не хочу ссориться, Лео. Я вцепился в тебя, как питбуль мертвой хваткой. Да уж, ты умеешь быть утонченным романтиком. Эми, будто глоток свежего воздуха. Походу, ты просто боишься близости. Желаю тебе не скучать, Эми. Эми, я люблю писать твое имя. Каждый раз набирая его, я словно целую тебя. Я готов писать Эмми бесконечно. Я вижу тебя. Лео, ты мне очень нравишься. А ты мне. Если не встречаться в реальности, сколько протянет наш виртуальный остров? Любовь между строк. Ты моя защита от северного ветра. В кино с 11 июня. Мечтатели. Одной лишь силой своего воображения они способны изменить весь мир. А теперь человек-лед, чье сердце не тает даже в жарких объятиях парижанок. Это магия. Не нашли себе девушку? Нет. Рискуете остаться в одиночестве, как я? Мое сердце давно разбито. Я ничего не чувствую. С любовью покончено. Тебя бросили, и ты боишься любить. Проблема с восприятием неудач. А у тебя с пафосом. Услышав мой голос, мужчина влюбляется без ума, и их сердце не выдерживает. Ты умрешь, как все остальные. Все? Все. У тебя болит сердце? Нет, конечно. Давай, попробуй. Твое сердце разобьется, и на этот раз навсегда. Что это значит? Любить. Это радостно и больно. Очень. Хорошо, что на тебя чары не действуют. Жаль, что ты уходишь. Может, ты останешься, раз я еще жив? Нет, слишком опасно. Помоги!
Помогите мне сбежать. Если он увидит меня, он умрет. Где она? Это все чары. Вы погибнете из-за нее. Ты похож на мертвеца. Иди домой. Я живой. Мое сердце еще бьется. When your body's riding mine. When your body's riding all the pretty waves. Русалка в Париже. Мы с Эдрианом расстались. А я ведь и в самом деле думала, что он тот самый. Может, тебе просто отдохнуть? Побыть наедине с собой? Привет. Дафна? Да. Да. Привет. Ты здесь? Рада тебя видеть. И я тебя. Я сейчас хочу только одного. Путешествовать по миру, узнавать что-то новое, себя. И этим ты меня восхищаешь. Ты классная. Ты тоже. Мы с Фрэнком давно дружим. Он душа любой компании. С ним очень весело. А еще есть... От кого ты прячешься? Расклад такой. Джек мой лучший друг. Но как быть с тем, что, встретив тебя, я влюбился как мальчишка? Я не хочу вбивать клин в вашу дружбу. Все будет хорошо. Между вами что-то было той ночью? Я устала причинять боль. Не могу остановиться. Ты ведь забудешь меня через месяц, да? И как прикажешь с этим жить? Шейлин Вудли, Джейми Дорнан, Себастиан Стэн. Бывает, что выбрать так сложно. Но необходимо. Любовь на троих. В кино с 30 апреля. Ночная жизнь – это когда люди знакомятся друг с другом, радуются жизни, слушают музыку. Улучшают демографию. Мы окунаемся в этот ночной мир, чтобы найти там человека, с которым хотелось бы просыпаться по утрам всю оставшуюся жизнь. Вы так все рассказываете, что мне даже самому захотелось снова окунуться в эту ночную жизнь. Найти тычинку для своего пестика. Пощекотать своего петушка. Ночная жизнь. Ты всегда так ходишь? Нет. А ты? Один идиот ткнул мне коктейльным зонтиком в глаз. Это диетическая Ниагара без сахара. Попробуй. Твою ж налево. А меня друг в глаз поцеловал. Братишка! Черт! Чё так щипит? Тайский ресторан, все острое, прости. От создателей «Мужчины в большом городе» и «Добро пожаловать в Германию». Можно пригласить тебя на свидание? У меня негативный опыт встреч с такими парнями, как ты. А что я за парень? Любящий ночную жизнь. От них сплошной стресс. Это все предрассудки. Стресса не будет. Слушай, я тут так попал! Полная жопа! Где Рэнсон? А его здесь нет. Короче, у тебя одна ночь. Завтра в полдень дедлайн, и акцент на слове «дед». Придется валить из Берлина. Надо залечь на дно. Я не могу. У меня свидание. Это очень важное свидание, ясно? Тебя наверняка ждет что-то супер романтическое. У меня предчувствие. Бежим! У меня есть классный план. Да, Санни. Все хорошо? Одно свидание. Чудесно выглядишь. Случилось что-нибудь? Одна ночь. Мы утонем! Когда может случиться все, что угодно. Ночная жизнь. Все, я ухожу домой. Одна. Это что, из-за меня? Хотите, я могу отойти на пару метров? Общайтесь, проводите ваше свидание, я вам не мешаю. Представьте, что меня нет. Скоро. Жизнь – это мечта. Так? Привет.
Люси. Я просто хочу знать все. Сегодня, в этот момент, где мы оказались по воле судьбы. Ты как будто из сказки. Как будто ты мне приснилась. Пора вставать. Мы решили, что вам пора познакомиться. Этот ресторан выбрала она. Дилан, мы ждем уже больше часа. Может, с ней что-то случилось? Пришли! Дэвон! Ее здесь нет. Что могло произойти? Что я должен сказать? Думаю, ты и сам все понимаешь. Эй, Дэвон. Она так же реальна, как мы с тобой. А если нет, то... Он ищет ее. Кого? Скоро увидимся. Она спасла мне жизнь. Чтобы выжить в этом мире, подчинись хаосу. Давай, парень, скорее! Дыши. Прими свою судьбу. Девушка грез. Ты любила когда-нибудь? Ну, по-настоящему. Милая, тебе повезло. Миранда Уэллс, выходи за меня. Не каждый рискнет жениться на разведенке с прицепом. Три спиногрыза, долга, как в шелках. Я ищу Миранду Уэллс. Она на работе. Оставьте мне, я ее сын. Боюсь, кое-что нужно объяснить ей лично. Надвигается ураган. По прогнозам, он пройдет стороной, но... Осторожность не помешает. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Мам! Я жду звонок из банка. Брэй Джонсон. Миранда Уэллс. Кажется, я попала на деньги. Поберегите страховку. Он забирает наш бампер? Заедет к нам и отремонтирует. Ты пригласила его домой? Вы ее искали. Потом она у вас врезалась. Совпадение? Не думаю. А вы знаете, что силой мысли мы способны управлять материальным миром вполне реально? Ладно, я как раз думаю о пицце. Я ни при чем. Нам нужно быть осторожными со своими мыслями. Ураган должен был обойти стороной. Еще бы. Ведь мы сами определяем свою реальность. Но я верю, что любое развитие событий... Господи. Даже самое худшее приведет в итоге к чему-то хорошему. У меня нет денег на крышу. Давайте помогу. Почему вы помогаете мне? Потому что могу. Вы знаете Миранду? Да не особо. Почему ремонтируете ее крышу? Такого мужика нельзя упускать. Она его не любит, так как папу. Ваш папа хотел лишь, чтобы вы были счастливы. Откуда ты знаешь? Что сейчас делаешь? Наслаждаюсь волшебным закатом. Я не понимаю, что происходит. Судьба свела нас не случайно. Что там? Секрет. Как ты умудрилась врезаться, мам? Судьба? Или она просто водить не умеет?